Приветствую всех любителей кино. На этой неделе в наших кинотеатрах стартует много интересных фильмов. Для каждого найдется что-то свое. Ну, начнем по порядку. Обладатель Оскара, английский мэтр Кевин Макдональд приготовил для нас напряженный приключенческий триллер. В главной роли Джуд Лоу. Но нам картина интересна прежде всего из-за участия в ней наших актеров. Константина Хабенского и Григория Добрыгина. Два! Давление! Мы хотим только выжить! Мы сможем выжить. Уничтожим их одного за другим. Черт! Не закрывай люк! Черное море. Пока у британца снимаются наши таланты, российский режиссер Сарик Андреасян, известный прежде всего своими скандальными, провокационными и не смешными комедиями с КВНчиками и камеди-клабовцами, решил поработать в Голливуде. И благодаря отличным сборам своих фильмов созрел для полноценного криминального триллера с хорошим актерским составом. Хочется верить, что в итоге у него получится что-то вроде захватчиков. Какой банк? Добро пожаловать в семью. Это наш план ограбления. Обезвредить охрану, отключить камеры, взять заложников. Это наш банк. Это наша война. Но судя по очень прохладному приему у зарубежных критиков и спорным отзывам от зрителей, нас ждет типичный представитель жанра Direct to DVD, каким-то образом добравшийся до кинотеатров. Ты мой брат, Фрэнки. Я люблю тебя. Напоследок уделим пару слов Джиму Керри и Джеффу Дэниелсу, вернувшимся к своим амплуа Гарри и Ллойда. Поклонникам оригинального тупого еще тупее нужно идти в кино, а остальным можно смело проходить мимо. Она оценит твою заботу о ее благополучии. Звони ей. Звоню. Не знаю, кто вы. Но у нас тут очень важный разговор. Это твой отец. Что? Народ, знаю не вовремя, но я должен ответить. Это мой мертвый отец. Просила подождать. Об оставшихся премьерах недели мы поговорим завтра в это же время. Не пропустите.